Дорогие коллеги по увлечению, рыболовы, привет! Всех рад приветствовать на развлекательно-познавательном портале «Послушно. Секреты рыболова». Сегодня небольшой короткий ролик с небольшим, но порой очень полезным лайфхаком. Если вы ловите окуня вот на такие вот крючки, они бывают зазубринками, вот бывают такие гладкие без зазубринок. Порой случается так, что после поклевки окуня резина слетает с крючка. Да, даже и без поклевок окуня, когда проводишь через камни, вот возьмем сейчас, чтобы было видно на синем фоне. Сейчас оденем. Вот, проводишь через камни вот такие вот твистарки, то с гладких крючков они нет-нет дослезают. Соответственно, каждый раз приходится поправлять. Проводки с такой насадкой приманки будут нерезультативными. Вот, как избежать вот этого вот небольшого досадного момента. Все элементарно. В магазине у нас продаются вот такие вот стопорки для поплавков. Они бывают разных размеров, они недорогие, копеечные, можно набрать. Вот, и пусть лежат в рыболовной коробочке и выручают всегда самые нужные моменты. Берем наш стопорок, например, вот зеленый возьму я, и стопорим нашу приманку. Проводки он не мешает, твистарку нашему не мешает, сидит очень прочно, сам не свалится. Ну, естественно, надо понимать, что это тоже расходный материал. Если твистарок порвался, то на крючке с большой зазубриной трудно будет обратно все это снять. Но зато выручает, то есть многократные забросы, многократные поклевки могут сохранить от сползания ваш твистарок. Надеюсь, такой небольшой совет будет вам полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, дорогие коллеги по увлечению.